Когда-то соляной промысел в России был очень выгодным делом, и владельцы крупных солеварен могли стать богатейшими людьми. Именно так возвысилось семейство Строгановых, которое прошло путь от купцов до баронов и графов. Еще в XVI веке Аники Строганов стал осваивать уральские и сибирские земли. Он сумел угодить самому царю Ивану Грозному с помощью драгоценных подарков и нажил огромное состояние, торгуя солью, мехами и деликатесной рыбой. Именно дружба с царями и баснословные богатства позволили Строгановым со временем стать аристократами. И они никогда не забывали государевой милости и щедро платили властям денежной помощью и поддержкой. О представителях рода Строгановых и об истории семейства вы узнаете на лекционном цикле «Из них был славен не один» знаменитой российской фамилии. Ссылка в описании.